то, что нас сидит и ожидает гость, который непосредственно с этим связан. Ну, у нас как раз-таки мы сейчас воспользуемся возможностью с ним пообщаться и узнать, как проходит ход ремонтных работ и что еще нужно сделать, а что успели сделать. Тем более, что у нас сидит генеральный директор строительной компании, ответственный за реставрацию. Да, доброе утро. Игорь Анацкий у нас в гостях сегодня. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, как раз таки, да, мы только что с Артемом говорили о том, что вот с этой смотровой площадки здорово видно Салгир. Он здесь хорошо просматривается. Как проходит ход ремонтных работ, именно если смотреть изнутри, да, вот этого процесса? Напряженно. Почему? Ну, потому что очень сжатые сроки, поэтому стараемся делать максимально качественно. Поэтому все очень напряженно, но напряженно в графике, скажем так. День-ночь работаете? Да, ну, ночь, есть работы, которые только ночью можно делать. Ну, допустим, вывозить отходы, потому что трасса загружена. Видно, да, да, трасса загружена, поэтому 80% вывезли все ночью. Это просто проще и эффективнее. Дело непростое. С какими самыми такими трудностями столкнулись? Возможно, вычищать ил было сложнее всего? Или вот, возможно, реставрационные какие-то вопросы? Нет, в целом все понятно было. Там только надо было начать, и все пошло. Самое сложное, это мы столкнулись, камень, гранит, который там под чугуном лежал, шархинское месторождение, он оказался намного прочнее, чем думали все. Мы перебрали очень много оборудования, кто смог, кто в состоянии был это сделать. И справились как раз с оборудованием, у кого есть, ну, советское оборудование, советские станки. Мы нашли в Скалистом цех, нашли в Белогорске цех. Вот на этом немножко споткнулись, честно говоря. Ну, а так все остальное... Строили, получается? Так... Да, строили достойно на века. Скажите, пожалуйста, вот сейчас какие участки уже, я ведь, насколько знаю, на некоторых участках реки уже успели так вот, скажем, уйти далеко вперед, а на некоторых еще вот нужно подтянуть работы. Какие у нас самые успешные уже все-таки участки? У нас заключено два контракта. Один контракт заканчивается в конце сентября. Это очистка всего русла Салгира и Малого Салгира и замена всего ограждения чугунного. Это до конца сентября мы должны сделать. А во второму контракту это благоустройство от Шмидта в сторону Киевской и Малый Салгир. Это до конца ноября. Но администрация поставила задачу максимально до конца августа выполнить работы от Шмидта, от моста Шмидта. Да, я знаю, что сократили еще больше, да? Да, сократили еще больше до конца августа. Поэтому, естественно, на этих участках ведется, ну, максимально интенсивная работа, чтобы максимально приблизиться к той задаче, которую поставила администрация. Поэтому и там ушли намного дальше. Очень много в соцсетях я видела различных постов о том, что вот плитку снимают, она в хорошем состоянии. Что будет потом с этой плиткой? Вся плитка передается МБУ «Город». Там не только плитка, там и поребрики в очень хорошем состоянии. Поэтому все туда передается. На светильники наружного освещения все передается. Ну а дальше они там уже распределяют по муниципалитетам. Там, ну, это много информации. Информация есть в соцсетях. С уцелевшими ограждениями ситуация такая же, да, которые снимаются, демонтируются? Уцелевшие ограждения двух видов. Есть пластиковые, мы их демонтируем и передаем городу, а чугунные мы очищаем, пескоструем, окрашиваем и обратно монтируем. То есть задача максимально сохранить чугунные ограждения на месте. Чугунные ограждения тяжелые достаточно, сколько я понимаю, и трудно ломаются. Выбор связан именно с этим или вот почему используют металл? Ну, так исторически создатели этой набережной заложили чугунные ограждения, поэтому... И заказчиком было принято решение максимально сохранить то, что было сделано еще при Советском Союзе. То есть дань традиции, скажем так. Так уже. Точно. Да, это потом уже, по-моему, насколько я знаю, пластиковое ограждение устанавливали, но его вандалы тоже не... Да, они пощадили. Опять же таки, если у нас там сейчас плитка, которая укладывается, это не та, которая использовалась, да? Это какая-то новую закупили? Или... Да, это новая плитка, делается в Краснодаре, завод ВБРС, это один из ведущих производителей в России. Очень надежная, качественная плитка. Когда мы сможем увидеть вот Салгир? Вот в таком виде, в котором можно было 10 лет назад? Я думаю, это весной следующего года. Объясню почему. Потому что в рамках этого контракта мы приводим в соответствие, и, скорее всего, будет посажена трава. Очень высокая вероятность. И вот как раз, а вот на всех склонах, на декоративных островах, на всех склонах будет посажена трава. И вот как раз весной следующего года, когда взойдет трава, это будет вот Салгир в самом таком, ну, красивом виде. То есть декоративный газон, насколько... Конечно, ну просто без этого это будет просто сделана строительная часть, но без этого маленького акцента зелени этого не будет видно. Хотелось бы также узнать, вот интересный вопрос, повлияли ли работы на глубину? Много ила, насколько я знаю, вывезли, и вполне возможно, что река стала глубже, да? Ну, мощнее. Скажем так, река стала такая, какая ее планировали сделать. Просто ввиду того, что за ней никто не ухаживал, ну вот вашу бороду не брить там 2 месяца, что с ней будет, мы все понимаем. Да, так поэтому здесь, а здесь больше срока была река предоставлена самой себе. Причем река это искусственная наша. Наша река это искусственное сооружение. И поэтому за ней нужен регулярный уход. Ну, допустим, вот возле мозучилища глубина отложения до 1,80 м. Ну, там просто было
было джунглей. Это все видели буквально несколько месяцев назад. Ну, долго вывозили там, кстати. Там, скажем так, 35-40% вот именно там было. Почему? Потому что там жалюзи, ну, шлюзы были закрыты, и там наносилось туда. То есть в том месте глубина увеличилась фактически на 2 метра? Да, так то, да, именно 2 метра. То есть вот можно себе представить. Поразительные цифры на самом деле, даже сложно представить. Да, но это правда очень много для Салгира, при том, что они нужны. 2 метра для такой речки, да. И хорошо, приведем в порядок, все отремонтируем, а поддерживать порядок будет ваша компания, нет? Нет, конечно. Глава администрации регулярно об этом говорила, что, во-первых, мы только уберем. Во-вторых, нужно следующий шаг сделать, отремонтировать гидротехнические сооружения, чтобы они работали. Восстановить русло. Местами русло продавлено. Это другая раздел проекта. Ну, а потом регулярное содержание. Ну, в ее планах, насколько она озвучила их, раз в 3 года чистить 1/3 реки. Ну, и этот цикл достаточно для того, чтобы поддерживать ее в нормативном состоянии. Эти шлюзы, они теперь будут открытые, да, вот как раз такие? Нет, мы их сейчас... Периодически нужно открывать? Да, их нужно, их так точно, их надо периодически. Когда сбрасывалось, понимаете, в чем просто? Все было очень придумано просто. Когда сбрасывалась полотины водохранилища вода, поднимали шлюзы, во-первых, вода сбрасывалась, во-вторых, промывалась автоматически. То есть, ну, дело одним действием, делали там 2 дела. Из-за того, что их долго не поднимали, мы с трудом подняли шлюз, который находится рядом с музучилищем. Единой краской и опустим, для того, чтобы набралась вода. И все, дальше нужно ими заниматься. Это следующий этап. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был Игорь Янацкий, генеральный директор строительной компании, которая занимается реставрацией набережной реки Салгир. Спасибо и удачи в вашем деле. Ну, а мы будем с нетерпением ждать.